Дружбе Цели и Щелкова вот уже несколько лет, а это значит, поездки в рамках побратимских отношений продолжаются. На этот раз делегация школьников из славянского города-побратима Цели прибыла в лицей номер 14 имени Юрия Гагарина. Этот визит носит не просто ознакомительный, но еще и творческий характер. У нас программа «Дружба народов». В первой части это идет больше знакомство со Словенией, а вторая часть – путешествие по России. После хлебосольного приема для гостей организовали концерт с викториной, которая состояла из вопросов о Словении и рассказе о нашей культуре и традициях. Как оказалось, общего у нас немало. Прием делегации школьников из города-побратима Цели, что в Словении, в 14-м лицее, оказался по-настоящему дружественным и теплым. Ну и еще бы, ребятам есть о чем поговорить. Да, если обратить внимание, то флаги наших стран очень похожи. Это говорит о том, что мы единый славянский народ, и дружба нас объединяет. Город Цели ученики 14-го лицея уже посещали и не раз. Встречают там, по признанию ребят, не менее гостеприимно. Это было очень здорово. И очень хочется отметить, как нас добродушно принимали, и на какие экскурсии нас возили, и как нам рассказывали про ту же гимназию, в которой они учатся, в смысле славянцы, которые приехали сейчас к нам. Я ездила со школой в город Цели, нам очень понравилось, нам рассказывали о истории города, провозили по очень интересным местам. И меня очень впечатлила дружеская обстановка там. Как к нам обращались, как с нами разговаривали, какое время нам уделяли. Это было незабываемо, я бы сказала. И природа, которую я там увидела, запала мне в душу, запомнилась очень сильно, и я нарисовала пару картин. Ребята из Цели с удовольствием пообщались с лицеистами и посмотрели творческие номера, а после приняли участие в увлекательном квесте. Мы приехали познакомиться с людьми. Это очень интересно всегда для нас. Узнать новую культуру, новые русские друзья. Но тоже я буду приехать здесь, в Москву, студировать физику в этом году. И мне тоже нужно познакомиться с городом и с людьми здесь, в Москве. Мы должны быть друзьями, ведь мы все люди, и это здорово быть друзьями. Да, мы были в центре города, очень красиво. Мы ходили в музей, нам тоже там очень понравилось. Гостей из Цели ждет еще немало сюрпризов и интересных встреч на Щелковской земле. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».